На этом автобусе мы приехали к началу пути на Олимпос. Проезд стоил 16 турецких лир на двоих. Здесь на шоссе он останавливается. Мы пересаживаемся здесь же, на Далмуш. Должно быть написано Олимпос. Олимпос. Проезд на двоих до Олимпуса. На Далмуше стоит еще 10 лир. То есть на одного 5. Здесь же есть ресторан, откуда уже открывается вид на долину горы Химера с негасимыми огнями. А нам надо на автобусе.